Так, ребятушки, ну некоторое продвижение есть, значит, я в шахте всех солдат. Вот. Вот. То есть пока он высаживает их, этих гадов, ублюдков, я могу ему полосовать брюхо. Но только у меня патрончики могут закончиться, извините. Так, на минуточку. Ну ладно, так, подожди, ну где он? Ну где? Так. Ну, по идее, конечно, в принципе, понятно. А что, он разбился? А, он разбился. Или что? Господи, сколько же надо просто град патронов на них тратить. Все, у меня уже патроны кончаются. И что? И что дальше? И что дальше? Что мне дальше? Выходить на улицу? Хорошо. Давай посмотрим. То есть вертолет улетел, что ли? Так, хорошо, давай теперь это. Сейчас мы проверим, неужели он улетел. Ты посмотри. Да хрен он улетел. Тут все завалено. Тут все завалено, ребят. Ёкарный ось. И чё? Ага. Так, хорошо, а чё? А гвоздодёром никак. Ё-моё. Как все плохо-то. Ну и чё дальше тогда? Так, Central Access какой-то. Здесь никуда. То есть только получается через шахту. А как мы через шахту-то будем выбираться? А, вон он тут, тварь. Ну все, дохни наконец. Блин, у меня что, патроны кончились. Это вообще не солдат? Не, солдат. Гад. Так, ну хорошо, тогда что? Ну вот по этой лестнице нам бессмысленно подниматься, так понимаю. По-моему, абсолютно бессмысленно. А, слушай, а вот на этот, если прыгнуть, вот на вот по этим. Нет, я думаю, что это бессмысленно. Я думаю, это бессмысленно. Так, тогда вниз. Господи. Так. Давай попробуем. Ну тут-то есть выход дальше какой-то. Где-то я увидел выход. Так, подожди, подожди. Ну, вот сколько можно тут сидеть и людям жизнь портить, а? И ты ведь гад. Ну все, тут без вариантов, вот только сюда. И тихо, тихо, тихо. И шо? Смотрим следующее видео.